Ты должен это сделать. Ты должен туда пойти. Ты должен отдать долг родине. Через это должен пройти каждый. Нет, нет, нет. Я же еще маленький. Мы тебе плохого не посоветуем. Не ссы, сынок. Мама, папа, вы что? Не надо. Вы что, меня совсем не любите? Ой, похоже, я что-то перепутал. Не о том начал. В детстве до 5 лет я не ходил в детский сад. Хорошо, что у меня была бабушка, с которой меня оставляли родители, когда сами уходили на работу. Садик, по словам моих друзей со двора, которые на тот момент ходили туда, казался мне какой-то тюрьмой. Они рассказывали, что там территория огорожена высоким забором, и оттуда выпускают только вечером. Некоторых вообще не выпускают. Там есть какие-то злые тети, которые контролируют каждый твой шаг. С утра нужно есть кашу. И самое страшное, там заставляют спать днем. Мои родители все чаще и чаще стали говорить мне про садик. Рассказывали, как там хорошо. Говорили, что мне нужно привыкать жить в обществе, готовиться к школе. Я отнекивался как мог, но меня сломили. Привела меня, значит, мама первый день в садик. О, Зырчо, новенького ведут. Да, не завидую я ему. Надо ему показать, кто тут главный. Да, устроим ему сегодня. Познакомилась с какой-то тетей, которую почему-то нужно было называть 2 именами сразу, женским и мужским. Эльра Матрона? Нет. Эльбира Дмитриевна? Нет. Ну, в общем, воспитательницу звали Эльвира Дмитриевна. Долго я не мог выговорить правильно это имя. А помните ли вы, как звали вашу воспитательницу в садике? Если помните, то напишите в комментариях под этим видео. Мама быстренько все показала, передала меня этой тете. Сказала, что вечером меня заберет и ушла на работу. Что? Только вечером? Я чувствовал себя очень некомфортно. Я не был привыкшим к такой обстановке. Думал, что не выдержу и до вечера. И оказался прав. Через 5 минут нахождения там у меня созрел план. Нужно бежать отсюда немедленно. Под предлогом посмотреть, далеко ли ушла моя мама, я отправился на крылечко садика. Как только я вышел из здания, я сразу же принялся бежать, босиком и без верхней одежды. Сзади слышались крики воспитательницы. Стой! Стой, сучка! Кому говорю? Стой! Не догонишь! Не догонишь! Но мой побег оказался недолгим. Меня поймали 2 женщины, идущие мне навстречу, и благополучно передали меня воспитательнице. После этого случая я долгое время находился под пристальным контролем, и воспитательницы начали называть меня беглецом. Выпустите меня! Выпустите, говорю! А то тут все сейчас переломаю! Ну все, я за себя не отвечаю! Через какое-то время я освоился, познакомился со всеми и привык. Но не ко всему. Я ненавидел спать днем. Это мне казалось каким-то кошмаром. За 2 года садика я ни разу не спал, а только притворялся. Я не понимал детей, которые могли спать днем. Были там еще 2 няшки, которые почти каждый день спали до прихода родителей. Как? Они что, были с другой планеты? Бесило меня еще то, что кровати стояли рядом друг с другом, и моим соседом был мальчик, который частенько писался в кровать. Каждый тихий час я боялся, что он меня обоссыт, и старался ложиться подальше от него, на другую сторону кровати. Но однажды несчастье случилось, не уберег я себя. Чел этот сильно обоссался, и мое постельное белье тоже обоссал. Но я этого так просто ему не оставил. Я ему отомстил. Когда все спали, я подошел к его кровати и тоже его обоссал. Вот такой вот я мститель. Ну ладно, ладно, я пошутил. Я этого не делал, я же не совсем больной.
Перед каждым тихим часом воспитательница зачитала нам сказки, но очень часто не дочитывала, засыпала и храпела потом. Жила-была девочка, ее звали Серая Шапочка. Она любила ходить в лес к бабушке и спать. Также мне запомнился случай, когда две девочки играли в парикмахерскую. Где-то нашли ножницы, и одна отстригла волосы у другой почти налысо. Сейчас мы твою челку подровняем. Вот так. Ой, что-то кривовато получилось. Ну ничего страшного, сейчас исправим. Ну все, отлично. Хвостики тоже надо укоротить, а то мешаются. С другой стороны. Вот. Отличненько. Вообще красавица. Как же я тебе завидую, подружка. С тебя 1000 рублей. Следующая. Ой, не реви. Новые вырастут. Да, плакала когда-то девочка сильно. Ладно, хоть они в больницу не играли, а то бы могли остаться без какой-нибудь части тела. Говорите, рука у вас болит, да? Сейчас исправим. Да. Я думаю, что этот палец вам не нужен. Ой. Конечно, еще много что интересного можно вспомнить из детсадовской жизни. Но боюсь, что это видео получится слишком длинным. Хотя, если этот ролик наберет 500 лайков, то я сделаю вторую часть. Ты что, совсем долбанутый? Да эти твои истории даже 50 лайков не наберут. Друзья, если вам понравилось это видео, прожимайте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Надеюсь, что этот дедушка окажется неправ. Ну все, пока-пока.